Доброго времени суток. Давайте рассмотрим проект биржи ETEX. Идея ETEX Exchange заключается в том, чтобы достигнуть истинную полноценную децентрализацию с оптимальным и лучшим контролем существующих технологий на рынке. А сейчас мы находимся на сайте проекта, где мы видим, что идет продажа токенов, и сейчас доступна бонус в размере 50%. Но стоит ли его получать? Нужно для этого сначала изучить сайт, изучить документы. И компания будет создавать гибридную биржу, которая предложит некоторые преимущества в технологическом плане для создания высокой ликвидности, безопасности, защиты клиентов и хорошей качественной поддержки, что, возможно, явно выделит ее из ряда существующих на сегодняшний день децентрализованных бирж, в которых отсутствует всякого рода поддержка, кроме e-mail. Главными особенностями ETEX будет фьючерсный рынок для работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе в паре доллар-биткоин с кредитным плечом 50, а в некоторых альткоинах до 10. В дополнение к этому будет уникальная система объединения. Что это означает? Ну, допустим, если вы новый пользователь, решит связать свой профиль с кем-то более успешным, то они без проблем могут синхронизировать и повторять свои операции, получая идентичные операции. Преимущество данного проекта — это то, что до 90% комиссионов, которые будут взиматься при обмене на бирже, перейдут к держателям и холдерам токена проекта ETEX. Команда проекта представлена на сайте, каждого члена команды можно изучить. Токен будет обозначаться ETEX стандарт ERC-20 Ethereum.